На ринге Дмитрий Биол, представитель Санкт-Петербурга. Когда он боксирует, то практически в зале наступает тишина. Он боксирует ярко и, главное, умно. Это редкость сейчас на ринге. Правила поменялись. Меньше следят боксеры за стилем, за тем, чтобы понравиться зрителям и судьям. Идут четкие очки. А Дмитрий Биол является редким исключением. Поэтому зал буквально замирает и завороженно смотрит за его действиями. В его действиях присутствует разнообразие тактики, работа в атаке, в контратаке, великолепная демонстрация защиты, не только реакции, но и отработанных приемов. Он молод, еще совсем недавно выиграл 3 первенства Европы среди юношей 2 раза и среди школьников. Первенство Европы и призер первенства мира, который состоялся в Мексике. Сейчас мы видим, что не так все просто. Он вышел во взрослую возрастную категорию. Здесь боксеры не только научены приемом и обладают также недюжинной физической силой, как мужчины уже зрелых лет. И Дмитрию приходится непросто с техникой и тактикой, которую он великолепно освоил в юношеском и юниорском боксе. Сейчас мы видим, как он держит на дистанции. Это его излюбленная тактика. Придерживает левой рукой. Это не запрещено, если делается аккуратно и быстро. И очень уверен в защите. Секундирует его. Давайте послушаем. Секундировал сейчас Дмитрию заслуженный тренер России Николай Петрович Исаев, санкт-петербургский тренер, долгое время работавший в Башкирии, а затем в Кингисеппе. И сейчас возглавляющий одну из ведущих школ Санкт-Петербурга, школу Олимпийского резерва №1. Это его лучший ученик на сегодня, с которым Санкт-Петербургская школа бокса связывает большие надежды. Есть к Дмитрию претензии со стороны старшего тренера, насколько я знаю, Николая Дмитриевича Хромова. Он ждет, чтобы Денис как можно быстрее адаптировался к работе с боксерами взрослыми и мог противостоять натиску иногда не очень грамотному. Но мы имеем дело на международной арене с боксерами, которые, может быть, и не очень обучены, но обладают сильнейшей мотивацией. Это, в первую очередь, кубинские боксеры, затем латиноамериканские, ну, естественно, Европа. Это Ирландия, Италия, которые силу удара противопоставляют тактике и технике. Ну, на них надо находить. Вот, ну, это подскользнулся Дмитрий, значит, сыро. Да, так что, уважаемые зрители, кто смотрит, не пугайтесь, кто не сведущ, удара не было. На соревнованиях чемпионата России
участвует 250 отобранных специальной комиссией боксеров. Этот турнир является отборочным к чемпионату мира 2011 года и практически является закладкой фундамента сборной на Олимпийские игры в Лондоне. Сейчас мы видим великолепную атаку Дмитрия, легкую, как всегда. Если сравнивать с очень известных боксеров, которые на слуху, любителей профессионала или профессионала без разницы, я бы сравнил его, конечно, с Мухаммедом Али. Он действительно порхает, как бабочка, и жалит, как пчела. Может быть, рано ему поют дифирамбы. Он, конечно, молодой боксер. И не всегда, как показывает практика, боксеры, которые выигрывают юношеские и юниорские турниры, иногда с блеском, запоминаются зрителям, уже выйдя во взрослый бокс, добиваются тех же результатов. Очень важно не сломаться под ударами взрослых боксеров, очень грамотно выйти из детства во взрослую жизнь. Что я знаю, делают тренеры, которые работают с Дмитрием Биволом. Это кроме Николая Петровича Исаева, Ирек Мирасович Галеев и мастер спорта Алексей Куренков, который сейчас внимательно следят за боем. Но сейчас проще. Мы видим на табло 5-1. Выиграл Тимка. Я поздравляю Алексея Федоровича, который сейчас приветственно махнул мне рукой. Покажем. И комментировал Вячеслав Бекулов, член Президиума Федерации бокса любительского, супервайзер Федерации профессионального бокса, доцент кафедры бокса университета имени Лесгофта. До будущих встреч на ринге. Заходите, смотрите. Ждите ярких побед на чемпионате России. Надеемся, что те боксеры, которые здесь выйдут в финал, будут достойно представлять нашу родину на рингах международных самого высокого уровня. До свидания.